часик рада, Чеверсладов, хиканы, давайте по-быстренькому, вот сейчас, потому что сейчас дождь начнет пиздовать, и ветер хуярит, как глухонемой, так что хиканы, я буду погромче орать, чтобы вам было лучше слышно, потому что ветер хуярит. Итак, короче, хиканы, со мной, блядь, меня просто аж трясет, меня бесит, короче, со мной на связь вышел один человек, с которым я не общался 4 блядских года, и как ты думаешь, Деня, что он мне первое написал? Он, подожди, он съебался еще отсюда, когда из-за война еще не пахло ей, никто не знал, вообще ничего не наклевывало, не наклевывалось, да, так вот, он съебался давно, куда-то хуй знает куда, и что он, о чем он первое мне написал, что он первое рассказал. То есть, может быть, ты мне скажешь сейчас, ну, о семье, может, своей, да, там, о детях, о хуетях, о прочих. Нет, дорогой мой хороший, нет, дорогие мои хорошие, не об этом. А знаете о чем? Тихо, сейчас смешное будет, тихо, и заберите воздуха в грудь. Ну, это только наш человек, может, не то, что этот западный с их оцифрованным мозгом, только наш человек может 4 года спустя, тихо, я сказал, сказать, какая там охуенная колбаса! Колбаса, блядь! Ёбаный твой нюх, то есть, нахуй! Подожди, он тебе написал и сказал, здорово, тут колбаса охуенная или как? Нет, он написал, типа, давай там выйдем попиздим с собой, о, здорово, там, часик рада, Чеферслады. Я, ну, допустим, в скайпе там, или он меня набирает, и первое, что он говорит, ай, там, здорово, и я тебе серьезно говорю, но в это трудно поверить, говорит, ебать, я там переехал туда-то, и тут такая охуенная колбаса. Колбаса, блядь. Почему именно колбаса, а не какой-нибудь, блядь, мраморная говядина? Или устрицы, блядь. Или, я не знаю, там, крабы какие-то. Почему именно колбаса? Ты долбоёб, сука, тупорылый. У меня аж просто... Ну, не знаю, у меня просто хуй упал. Знаешь, бывает такой этот рефрактерный период, рефракторный, когда ты вот тёлку помаслал, да, все вытащил, вынул свой ут, ты вот кончил, и все. Какая бы она там красивая ни была, вот у тебя есть этот рефракторный период, когда, ну, не возбужден, полный, короче, ноль, полный дефолт, все, тебе не хочется трахаться, или вот как на порно ты смотришь, да, ты дрожишь, вот он, пик, бабах, взрыв, и потом резко вот падение, вот все падает абсолютно, блядь, камни вниз. У тебя нихуя не стоит, и ты смотришь, допустим, на порно с отвращением, например. Вот точно так же и здесь. У меня этот рефрактерный период. Хуяк! Ты понимаешь, что это все, это не человек, блядь. Это все, это, блядь, это биомасса. Пиздец, блядь, нахуй он живет. Так вот, о чем я хочу сказать, дорогие мои друзья. Он мне тоже начал рассказывать о своих каких-то одноклассниках, однотрахниках, вот. И я думаю, ну я их знал, короче, в основном. Думаю, пообщался с ним, надо перейти к ним на страничке, да, посмотреть. Помните, я рассказывал там о чипигах, которые там постарели в 23 года, о том, как люди превращаются в быдло вот в мои, допустим, годы, да? Вот. А Хикан же охуенный, все пидорасы, Хикан Д'Артаньян, да. Хикан же один, блядь, у нас великодуховный человек, гуру и учитель, ваш суррогатный отец. Так вот, дорогие мои друзья, что я могу сказать? Перехожу я на страницу этих долбоебов, и что бы вы думали? А там точно такое же, блядь. Вот как им было 16 лет, вот 10 лет прошло с того времени, они никак не поменялись. То есть внутри они никак не поменялись. Сейчас я вам расскажу, почему я сделал такие выводы. А снаружи, блядь, у них только вот такие ёбла, как огромные воздушные шары, на которых можно путешествовать, блядь, вокруг света за 80 дней или сейчас, там, за сколько быстрее, блядь. Ой, сука, они отупели и еще раз отупели, как говорит моя бабуля. Потому что не может человек, блядь, быть... Блять, вот как бы не обидеть сейчас никого, мало ли, может кто-то залупнется потом. А, не может человек, блять, вот как же объяснить так, ёб твою мать. А, ну, скажем так, знаешь, вот есть аудитория одноклассников, да? Аудитория, но все же мы прекрасно понимаем, что там, ну, скажем так, это для взрослых ресурс, да, такой, площадочка для взрослых, где можно годовать и как тугосерях поговорить, ну, о всех этих прекрасных делах, о соленьях, о вареньях, о том, как пропукивают каку и дудонят титю, например. Вот об этом можно поговорить. Сука, идентично, точно такой же, все абсолютно точно такой же. Весь, как я люблю говорить, филистерский дискурс. Все абсолютно, это быдло, обывало, все, блядь, один хикан охуенный.
Сука, как же можно так жить? Все эти ебучие подписочки, все эти четкие пацанские цитатнички, каспийский груз. У баб, блять, я вешу 300 килограмм, но я там королева, принцесса, сдохните меня, кто нас не захотел, или как вот эта цитатка охуительная. Блять, если бы мне заплатили 2 миллиарда долларов и москвич, я бы тебя не смог бы выебать, даже, сука, с прибитой этой, блять, палкой к хую, например, если бы я его примотал, блять, этим скотчем обмотал бы, может быть, алюминиевой проволокой потом пошел бы сдал, или клеем, блять, эпоксидным, как в том анекдоте, я бы, или, блять, гипсовым, как... даже если бы гипсовый хуй был, или фалоимитатор какой-то, он бы все равно поник, блять, как озимый, как рожь, блять. Сука! Это же просто пиздец, Деня! Нахуй они живут? Нет, ну я-то знаю, нахуя я живу. Я-то великий гуру и учитель. Я-то не проебываю свою жизнь, не проебываю свою молодость. Но мне-то похуй, я уже достиг этих небывалых духовных вершин. Мне-то нихуя не надо. Блять, отвечаю вам, нахуя они живут. Отвечаю. Есть у меня одна теория, есть. Это не теория, это правда. Я вам декларативно заявляю. Так вот, я, Хиканы, вам декларативно заявляю, что верю в детерминизм. Что такое детерминизм? Это следующее. Как начертано, так тому и быть. Вот перевод этого многозначительного слова, например. То есть, если, допустим, не знаю, Господь наш Сварог, или какая-нибудь сверхмашина, например, сверхпрограммист, программист запрограммировал, да? Так, ага, так. Так, тетя Глаша умирает в 51 год, потому что еблом щелкала, и ее машина сбила. Ага, этому кирпич на голову упал, этот под КамАЗ, этот от передоза, этот еще от какой-то хуйни, а этот, не знаю, сломал член, например. Вот что я могу сказать. Так вот, дорогие друзья, то есть детерминизм, что это значит? У них есть определенная... жизненное предназначение, опять же, вот теория такая. То есть, объясняю, был, допустим, Виктор Цой, правильно, который, как известно, подавился мацой. Ха-ха-ха-ха-ха, пара-пара-пам. Так вот, прежде чем он неудачно прокатился на москвиче, блять, какое говно, ну это же просто пиздец, он же был Виктором Цоем, он в то время уже в 90-м году мог бы и BMW себе какой-то купить. Не знаю, денег, наверное, было жалко, но не суть. Так вот. Он, какая у него жизненная миссия была? У него жизненная миссия была спеть песню «У-у-у-у», «Транквилизатор», «У-у-у-у». Вот, у него была такая, сука, жизненная миссия, например. Я очень долго не мог понять смысл этой песни, потом в 16 лет понял. И атмосферу, главное. Так вот, у Игоря Талькова была тоже своя миссия какая-то. Вот, допустим, пройти свой путь, свои песни там, ну и бла-бла-бла, и все такое. Так вот, у Хикана есть свой путь. А какое, блядь, какое предназначение есть у этих людей? Какое у них есть предназначение? Понимаешь, Дени, я захожу к ним на страницу, а у них взгляд, вот есть, загуглите обязательно, Хиканы, взгляд на 2000 ярдов, блядь. Взгляд на 2000 ярдов. У них такой взгляд. Они просто биомасса, блядь. Я не знаю просто смысл их существования. Опять же теория. Теория, это не теория, это правда. Я уверен, что есть какой-то Господь наш Сварог, или какой-то гениальный программист, просто мы своим куцым умишкой не можем его постигнуть, например, который программирует, опять же, следующее, не только даты смерти, например, а то жизненное предназначение. Вот, допустим, 90% людей, допустим, так вот, Это подруга, так, значит, ты в 2016 году рассказываешь Хикану о колбасе, например, да? Ты вот о колбасе рассказываешь в этом, так, потом все, и так вот большинство людей, то есть процентов, наверное, ну, 80 на 20, некоторые говорят, там, закон Парето, но я утверждаю, что 90 на 10, например, вот что я могу сказать, то есть мы, Хиканы, с вами входим, я... Точно, точно вам утверждаю, если вы меня смотрите, вы входите в эти 10%, понимаете, Хиканы? Вы, по крайней мере, это понимаете. Я понимаю, что мы-то элитка, понимаете? Мы элитка, мы Хиканы, мы понимаем. Пусть даже именно ты, да-да-да, получишь сегодня прорыв от Господа. Получишь прорыв от Господа, на! Вот, что я могу сказать? Прорыв от Господа, на, от Господа нашего Сварога. Аллилуйя! Аллилуйя! Да, именно ты сегодня получишь прорыв от Господа. Аллилуйя, на! Так вот, что? О чем я вообще рассказал?
А, да, мы элитка, хиканы. Мы элитка, потому что мы живые, мы понимаем, эти люди мертвые. Мертвые, у них есть только одно жизненное предназначение. Это, ну не знаю, чем-то заниматься. И потом в пятницу, хуяк, 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 водочки для блатной походочки. И потом, ты чё, на чупигу мою посмотрел? Ты чё, охуел, педагаз? Педагаз, ты чё, охуел? Ну чё, блядь? Та-а-а-а-а-а-а! Вот. Что могу сказать, уже темнеет, блядь. Но, хиканы, вот да-да, именно ты, который сегодня получишь прорыв от Господа, ты сидишь сейчас в недельных труханах нестиранных, с вонючими яйцами, блядь, у матери на шее. Но ты все равно элитка, потому что ты смотришь хикана и получаешь сегодня прорыв от Господа, на, понимаешь? Ты, я тебя заклинаю, я тебе даю прорыв от Господа! Чтобы ты, включаем установочку, даем, чтобы ты, блядь, никогда в жизни не стал такими, как они, чтобы у тебя не было этого взгляда на 2000 ярдов. Если ты уже сюда попал, то Господь наш Сварог, судьба, провидение, фатум нас вел абсолютно совершенно, абсолютно, как говорит Александр Невский, абсолютно не случайно. Понимаешь, что я тебе могу сказать? Тебе судьба говорит, что ты элитка. Ты вместе с хиканом, да-да, в этом охуительном свитере, например. Но тем не менее, вы видели многих людей, которые были нищеебами, которые умерли, допустим, в нищете и прочее. Ну, и те самые, да, непризнанные гении, как хикан. Вот. А их и не надо было признавать, потому что гений, он не нуждается в плебсе, он не нуждается в охлосе, блядь. Он нуждается только в своих единомышленниках, в своих соратниках. Вот что я вам хочу сказать. И гению, блядь, или Господу, он не как Витек, давайте мне деньги. Ему, ну нахуй, миллионы не надо. Я же вам говорил сколько раз, если у меня был миллион, ну, блядь, я бы себе только, не знаю, камеру бы купил, точнее, не камеру, а, блядь, аккумулятор, блядь, и компьютер нормальный, чтобы, блядь, видео обрабатывать. Все, нахуй оно мне не надо, блядь, все, блядь. Вот что я сегодня хотел вам сказать, хены. Не будьте как они, не говорите, блядь, о этой ебаной колбасе. Развивайтесь, сука, духовно. Ищите себе чепих таких духовных. Чепих, чепих, чтобы не это, чепушок, блядь, ты подошел, ёба, сюда, давай это, на пивчелу, блядь, нахуяримся там чернобыльского баллони, блядь, Арсенал или там Балтики девятки въебашим. Ребята, не надо так, не надо. Будьте такими же духовными, высоко духовными, как Хикан, как Денчик, как Александр. И как Александр, например, развивайтесь, качайте железо, если вам здоровье позволяет. Развивайтесь всесторонне. Вот, что я вам сегодня хотел сказать. Уже тем более темнеет, уже холодно. Уже луна светит. Да-да-да, как хорошо, что эта ебучая жара подходит только к концу. Только что-то ее тут не видно ни хера. А и проебом. Короче, все, заканчиваем, дорогие мои друзья. Подписывайтесь, блин, на наш высокодуховный развитый канал. Ставьте высокодуховные классы. И заказывайте высокодуховную рекламу. Потому что, конечно, духовностью можно питаться. Но это, скажем так, может мозг, разум оскудеть. Но все-таки надо. Да, заказывайте сигны, видеосигны, рекламу, все что угодно. Потому что, иконы, ну, полный пиздец. Хотите еще продолжение, еще высокодуховных, блядь, там, практик? Может, у вас третий глаз откроется после моих установок. Так что пишите, хиканы, в личку, совсем недорого. Можете. А уже, по-моему, звонки, уже все, уже пиздец. Короче, пишите в личку, о рекламе договоримся, совсем недорого. Все. Слава канал Бульсалата, до встречи. Пока.